Всем привет, меня зовут Олеся, и в этом видео я расскажу про рейки, которые я провожу для людей. И именно в этот момент газонокосильщик решил покосить траву, поэтому вы можете слушать этот звук. Итак, это энергия. В общем, что такое рейки? Правильное название — энергия рейки кундалини. Я прошла все шаги инициации, и, короче, есть поток. Есть поток, и мне дали энергию из этого потока. Мне дали энергию из этого потока в таком количестве, что теперь я могу работать с энергиями других людей. У каждого человека есть энергия абсолютно, вообще все есть энергия. Вот это вот энергия, вот это растение энергия, мой ноготь это энергия, телефон, видео, все есть энергия. На внутреннем, на таком самом глубоком плане это энергия. Материально все выглядит совершенно по-разному. Казалось, что общего между этим халатом и зрачком моего глаза. Энергия, у всего есть энергия везде. Это такой тонкий уровень. Вот, и я прошла все ступени обучения энергии рейки кундалини. На первой ступени я работала с собой через определенные практики. И, как я говорила, у каждого человека есть энергия, абсолютно. Благодаря этому мы и живем. Если нет энергии, то нет у тебя. Вот, энергии нет в мертвом. Поэтому... я думаю, вы знаете, вы слышали, что такое чакры. Чакры — это энергетические центры. Считается, что их основных таких 7 центров. Здесь самая верхняя коронная чакра и нижняя, там, где копчик, типа наша самая первая чакра. Это анахата, это сердечная чакра здесь, горловая чакра здесь, третий глаз, потом солнечное сплетение, живот, вот. И я теперь могу работать с энергиями других людей. Каким образом это происходит? Я провожу сеанс рейки кундалини. Энергия у меня проходит через мои руки, потому что руки — это то, что контролирует. Берем, мы можем взять, захотеть что-то передавать. То есть энергия, основные 7 центров, они внутри, здесь, в теле. На самом деле энергетических центров в теле намного больше, чем 7. Это просто 7 основных. И как раз-таки через энергию, благодаря своим рукам, которые являются моими проводниками, я работаю с энергиями других людей. Как это происходит? У человека есть какой-то определенный запрос. Абсолютно любой, из любой сферы. Там, не знаю, ему нужно выздороветь, или это касается того его заработков, или ему нужно встретить человека, или ему нужно найти человека, который купит его машину, квартиру, ему нужно продать, ему нужно устроиться на новую работу, ему нужно переехать. Короче, вообще все, что угодно, главное, чтобы это было про него, чтобы это исходило из этого человека. Он мне говорит этот запрос, и далее есть разные практики, как я могу работать с его энергией. Самая такая для меня на сегодняшний день интересная, это когда человек ложится, ну или даже сидит, это, кстати, можно делать онлайн и офлайн. Когда человек ложится или сидит, и, значит, я, ну, используя определенные слова, определенный как бы текст, настраиваюсь с энергиями, призываю энергии, говорю намерение человека, который меня осуществляет, проговариваю его имя и фамилию, вы мне должны сказать имя и фамилию, и, значит, есть поток. Я, значит, беру, либо вас в этот поток погружаю, либо поток начинаю проводить через вас. Вам просто нужно сидеть расслабленно. Не перекрещиваться, не курить, не пить, ничего. Просто вы сидите, это по времени занимает минут 10-20. Вы сидите, и все. Закрытыми глазами. Можно музыку включить расслабляющую, это вообще просто супер. Можете думать о своем намерении. Вы можете что-то ощущать в теле, можете не ощущать. Тут у всех по-разному. Абсолютно. Это не показатель правильного, неправильного, просто разная чувствительность и большое количество разных тонких моментов, почему кто-то может что-то чувствовать в своем теле, а кто-то ничего не чувствует. Это не влияет на результат.
Итак, значит, поток проходит через вас, через верхнюю чакру, и я, значит, закрытыми глазами спускаю его от верха к низу, провожу по всему вашему телу. И когда это происходит, я проверяю все ваши центры. То есть я еще провожу для вас такой чекап ваших, вообще, где какая у вас энергия внутри, где что чувствуется, вернее, где что застопорилось, где какие-то есть блоки, где все хорошо, тепло. Это разные цвета, это разные ощущения. Я это могу ощущать телом, я могу видеть картинки в голове, я могу чувствовать. У меня, например, было один раз, девушке проводила, когда поток я ее, когда поток спустила до центра, который в солнечном сплетении, я начала плакать. Вот. Я не буду говорить, что это значит, просто что, ну, я могу ощущать. Я могу также слышать мысли, о которых думает другой человек. Точно, либо что-то похожее. В общем, то, что чувствует человек, могу я ощущать. Поэтому другой человек может ощущать то, что чувствую я. В общем, это все такая работа очень интересная. И когда я, получается, провожу через вас поток относительно вашего запроса, то я проверяю, где что у вас, какие блоки и так далее. По окончанию сеанса я вам говорю, что как у вас, где. Вот, и, собственно, то, что я могла сделать для вас, как бы эти блоки убрать, я сделала. Во всех случаях всегда все по-разному, я даю всем обратную связь, если это необходимо. По поводу количества сеансов. Можно проводить сколько угодно. Я, например, провожу себе несколько раз в день, потому что мне нужно практиковать и практиковать. Вот. По поводу того, как ко мне записаться. Сейчас, так как я получила инициацию в мастера, я могу, кстати, потом и других людей обучать рейкам, так как я стала мастером 3 дня назад, то сейчас у меня 21 день, 3 недели, период, когда я практикую. То есть я еще обучаюсь, я еще учусь, но я уже практикуюсь с людьми. Поэтому в этот период я работаю без оплаты. Вообще без оплаты. Только я знаю, что люди, которые окружают меня, это всегда щедрые, и это вообще нормально как-то благодарить. Поэтому любую благодарность от вас я с удовольствием приму. Мне будет очень приятно, если мне приятно, это очень хорошо, и вам тоже от этого приятно. Вот, поэтому любой донейшн, какой хотите, вообще любой вид благодарности, можете мне какую-то свою услугу дать. Вот, и это получается в течение 3 недель. А после этого будет уже прайс официальный, так как я уже полностью, абсолютно, во всех смыслах мастер рейки, и там уже равноценный обмен, когда я предоставляю свою работу ценную за определенную стоимость. Вот, как записаться ко мне? Вы можете, конечно, написать здесь, на YouTube, комментарии, но проще, если у вас есть Инстаграм, вы зайдете ко мне в Инстаграм. Ссылка под описанием, там и ссылка, и название, поэтому пишите мне, вот. И если есть еще какие-то вопросы, напишите, я сниму видео, потому что кто-то увидит, услышит, такие: о, все, я пошел, я не знаю, что это, но я понял, мне надо. А кто-то типа так. Поэтому пишите. Вот.